Лізо, доброго вечора. Добрий вечір. Я рада тебе бачити, рада тебе чути. Я хотіла би запропонувати, щоб ми робили це інтерв'ю російською, тому що ми будемо робити його для Ютуба, і нас будуть дивитися багато-багато людей в різних країнах. Думаю, що це правильно. Добре. Давайте російською. На ти, як обично. На ти, да. Поїхали. Ну, начнем с самого главного на сегодняшний момент. Расскажи, пожалуйста, когда ты последний раз видела Михаила Саакашвили и о чем вы говорили? Это было на прошлой неделе, это было в пятницу. Я приехала в Тбилиси в четверг, когда еще был митинг в его поддержку. И в пятницу мы с ним виделись примерно 4 часа. Ничего себе. То есть мы 4 часа разговаривали, говорили совершенно о разном. И о политическом, и о личном, и о состоянии его здоровья, что в мире происходит. Для него очень важно, конечно же, иметь информацию сейчас. У него этой информации не так много, потому что у него есть телевизор, у него есть общение с адвокатами. Сейчас начали вроде бы как к нему пускать соратников, членов парламента, но, конечно же, этой информации недостаточно. У него нет ни интернета, у него нет мобильного телефона. И, по сути дела, рассказать ему разную информацию, конечно же, для него это очень важно сейчас. То есть, когда ты приходишь, ты даже не можешь ему взять с собой мобильный, чтобы показать, там, кто его поддержал, кто что сказал, какие-то видео, что-то. Я лично ничего не могу заносить туда, даже, то есть, там, не знаю, шарф, украшения, ничего. Украшения есть, нельзя заносить? Ты все оставляешь, да, ты все оставляешь, мобильный телефон оставляешь, какие-то листики занести тоже нельзя. Можно занести адвокатам какие-то бумаги, и они печатают им новости и приносят эти новости. То есть ты тоже ему распечатываешь что-то, нет, чтобы показать? Мне почему-то это пока не разрешается. Все на словах? Да, все на словах. Скажи, пожалуйста, а как выглядят эти свидания? То есть вот вы 4 часа в пятницу сидели, это ну, камера какая-то или комната для свиданий, да? Ну, вначале ты заходишь в тюрьму после того, как тебя проверяют, ты сдаешь тест на антиген, потом тебя ведут долго через разные коридоры на улице, там решетки, и потом есть комната для встреч, это комната через стекло. То есть вы разговариваете через стекло. Все 4 часа ты даже через не можешь стекло. Прикоснуться? Нет. Нет. Скажи, пожалуйста, как он себя чувствует? Он чувствует себя плохо физически, но морально его дух очень в хорошей форме. Я могу это подтвердить, потому что он большой боец, потому что для него было очень важно увидеть, что очень много людей вышло в его поддержку. По разным данным, ну, минимум было 50 тысяч человек, а по другой 80. Информации 60, 70, да, и 80. В любом случае, в соотношении с украинскими мерками, например, с майданными, это там нужно умножать на 10. Ну, конечно, это, Грузия, размер не надо это сравнивать. Это огромное количество людей, которые пришли с флагами, они кричали «Миша, Миша!», то есть они пришли в его поддержку и с требованием его освободить из тюрьмы. И как мне рассказывают, и то, что я слышу, что для грузин это не так, как для украинцев, что мы часто выходим на улицы. Они выходят на улицы очень редко. И последний раз они так выходили очень много лет тому назад. С когда таким был, количеством. Опять же, Михаил Саакашвили приходил к власти. Да, и, конечно же, это очень ему дало энергию и надежду, и понимание, что грузинский народ перестал бояться. И со стороны грузинского народа то, что я вижу, что люди увидели веру, потому что он приехал. И все говорят, что у Миши есть план, мы с Мишей, мы все сделаем, мы должны его освободить, мы должны поменять страну. Даже те, кто, возможно, там не поддерживает его политически, все равно очень много людей говорят, что он не должен сидеть, потому что человек сделал очень много для нашей страны. И вот это вот все настроение создает такую невероятную волну,
каких-то новых социальных, политических процессов, которые я сейчас наблюдаю, и, конечно, это очень трогательно. Лиза, насколько он похудел? 15 кг он уже точно похудел. Говорил, что он не взвешивался последние дни. Но, конечно, он очень сильно осунулся. Кожа, ну, видно, что есть определенные проблемы. Но он вот морально действительно находится настолько в боевом духе, что многие, кто к нему заходит, говорят о том, что они этого не ожидали. И я считаю, что это... То есть на адреналине он, по сути, держится, по да? По сути дела, да. И я считаю, что это, ну, знак, наверное, людям о том, что вот он такой вот боец. Это очень символично, что он уже третью неделю ничего не ест. Он пьет воду только. Он пьет воду. И я знаю, что он несколько раз пил чай. Но я не думаю, что это сильно меняет ситуацию. Что врачи говорят? Когда точка невозврата? То есть вот когда самое опасное время? Ну, разные есть позиции. Но то, что я знаю, то, что мне рассказывали наши даже диссиденты и люди, которые имели голодовку, например, та же Юлия Владимировна Тимошенко. То есть все говорят о том, что третья неделя – это уже когда начинаются процессы очень плохие в организме. И особенно после третьей недели это уже все становится критично. То есть это вопрос госпитализации, по сути. Потому что особенно если человек, там, ну, он, ему не 20, не 30 mm-hmm. лет, конечно же, процессы какие-то начинаются очень-очень плохие. Могут развиваться болезни разные. К сожалению, его врач личный, который приехал как раз сейчас в Грузию, его не пускали 5 дней. Сейчас вроде бы как пустили, и он должен работать вместе с коллегией других врачей. Но мы понимаем, что ту коллегию, которую создали со стороны грузинской власти, то есть то, что я видела, и то, что знаю, что они, например, пару дней тому назад анализировали только анализы, которые были сделаны при его поступлении в тюрьму только. Да ладно? То есть они не берут каждый день анализы? У меня нет такой информации. Но я думаю, что это вопрос нескольких дней. И это, конечно же, критическое время сейчас. Скажи, пожалуйста, вот на 4 часа тебя пустили. Тебе не кажется, что вас пишут? Вот все, что там вы общаетесь, слушают. Возможно. Ну, мы же понимаем, что в таких местах, как тюрьма, вряд ли можно говорить о какой-то безопасности во всех смыслах этого слова. Но я не думаю, что у нас есть что скрывать. И у нас очень сильная связь на разных уровнях. И можно многое увидеть и без слов. Он один сидит в камере? Человек, который объявил голодовку, по правилам, да, должен сидеть один. Ты его отговариваешь эту голодовку продолжать? Ты хочешь, чтобы он закончил? Да, с самой первой встречи, у нас было уже 3 встречи, я, конечно же, поднимаю этот вопрос, и его мама его просила, и много кто к нему обращался, что нужно остановить. Но он недавно говорит... Леонид Кучма... Также да, обратился, попросил. Да, да. И он говорит о том, что у него не так много возможностей показывать свою борьбу за правду, за справедливость. Когда он находится в тюрьме, голодовка – это один из тех способов, инструментов, с помощью которого он может показать, что он невиновен, и то, что он сильный, и то, что он добьется правды. Конечно же, мне это больно слышать. Конечно же, я понимаю, что человек рискует, ну, не просто рискует, он подставляет свое здоровье и свою жизнь для более больших целей. Но, конечно же, я хочу видеть его здоровым. Конечно же, не только я уверена, что грузинское общество, очень многие люди хотели, его друзья, его близкие, очень много людей в Украине
сейчас там, бьют панику, пишут, что делать, чтобы он прекратил голодовку, нужно срочно как-то что-то делать, чтобы украинская власть тоже, возможно, его просила, чтобы он остановил голодовку. Но мы понимаем, что, к сожалению, те люди, которые находятся в такой ситуации, у них действительно количество инструментов ограничено. Лиза, ну вот скажи, я тебя хочу чисто по-человечески, по-женски спросить. Ну, ты на него смотришь, тебе же его жалко. Вот ты ему говорила просто, или, может, ты уже и плакала, и просила, ну, остановись, Миша, ну, сохрани себя. Вот. Ну, если честно, то когда я там нахожусь, то у меня немножечко другие чувства. Конечно, мне очень больно, но у меня еще чувство гордости есть. Я вижу, в каких он условиях. Ну, этот человек не создан для таких условий. Есть люди, которые более там интроверты, они могут условно сидеть в одной комнате, медитировать, ничего не есть. Ну, понятное дело, что это точно не про него. Это человек, который привык всегда жить открыто, общаться с людьми, да. Видеть мир, открывать мир, помогать людям. Сейчас у него нет такой возможности. Но я вижу, что он настроен очень решительно. Это его борьба. И, конечно же, это его право, но я также вижу, что он этим дает невероятную надежду и возможность для грузинского народа поверить в них самих. То, что они что-то могут. Не только он, а и эти люди. Потому что грузинское общество... К сожалению, то, что я вижу, я в первый раз в Грузии была только в этом году. И у меня, если честно, у меня очень грустные были впечатления, потому что я так много всего знала и хотела увидеть. А я увидела очень много бедности, очень много грустных лиц, глаз. А это очень большой показатель. То есть я увидела общество, которому плохо. А ты бы могла за ним вот переехать в Грузию, если бы обстоятельства сложились? Вот чисто теоретически, вот по-другому. Я человек, который очень связан с Украиной, который видит свою жизнь, связана полностью политически, и моя миссия в Украине. Но я также понимаю, что Украина очень сильно связана с регионом, и такая страна, как Грузия, если мы хотим, чтобы наш регион Кавказа, Восточной Европы был успешным, то нам нужно это делать вместе. Сейчас современный мир совершенно не обязательно куда-то переезжать для того, чтобы иметь отношения или помогать и другой стране. Но в моих планах на данный момент этого нет. Я знаю, что мой дом тут, и я знаю, что он очень связан со своей землей, но он также связан с Украиной. Скажи, пожалуйста, когда он тебе сказал о том, что планирует поехать в Грузию? Ну, этот разговор был всегда, еще с момента, когда мы начинали общаться. И это, мне кажется, и до этого даже. То есть он очень много лет говорил о том, что он будет ехать обязательно. Но нужен был момент, и момент был, когда этой весной он открыто сказал о том, что он обещает приехать и помочь грузинскому народу защитить свои голоса на выборах местных, которые должны были пройти в октябре этого года. Очень много кто не верил, что он приедет. Даже я знаю, что есть и со стороны даже его близких людей, я имею в виду политических соратников, которые до конца в это не верили. То есть они хотели этого, но не верили. Но он сказал и сделал. Хорошо, вот объясни мне. Он принял это решение. Кроме эмоций, еще всегда есть разум, есть логика, есть цель. Вот на что он рассчитывал? То есть что он туда приедет и что? Он же понимал, что его... могут посадить в тюрьму, посадят в тюрьму или нет? Вот скажи, объясни его план. Ну, во-первых, Миша – это такой человек, который всегда действует по зову своего сердца. Это человек, который не умеет
врать себе в первую очередь. И он очень сильно хотел приехать в Грузию, потому что это его родина. Ему очень больно был тот факт, что он не может спокойно пройтись по земле, на которой он вырос, где он был президентом, где он сделал очень многое для этой страны. Он прекрасно понимал, что если он приедет или будет только начинать ехать, будет сделано максимально, чтобы его остановить. Причем с разных сторон, потому что грузинская власть, конечно же, не хотела бы его туда впустить. Потом мы имеем соседа Кремль, Путин, потому что Михаил Саакашвили ассоциируется с проевропейским выбором, с человеком-реформатором, который делает очень многое. Нынешней власти России это невыгодно. Сейчас мы говорим о том, что он политический узник Путина, личный. И он сейчас сидит именно по этой причине. Потому что он прекрасно понимал, что его могут арестовать. Рассчитывал ли он, что это произойдет именно так, как это произошло? Я думаю, что нет. Почему так произошло? Ну, тут есть очень много вопросов, которые тоже у меня есть. Но я думаю, мы когда-нибудь получим ответы на эти вопросы. Ну, вот мы с ним виделись и говорили за несколько дней до его поездки. Мы ездили все вместе на экономический форум в Польше, там выступали и он, и Дмитрий Гордон, и Андрей Илларионов, и Владимир Гройсман из Украины были, я была. И вот мы сидели вечером, ужинали, и он сказал о том, что он планирует ехать. И кто-то из нас, нормальная человеческая реакция, куда? Так вас же могут посадить. А он так спокойно абсолютно говорит, ну, меня не только посадить, меня и убить могут. Ну, я же, говорит, не политик, я революционер. Вот абсолютно спокойно, без страха. Как ты знаешь, вот так отстраненно. Он действительно не тот человек, который вообще боится. То есть понимание риска, страха, это не про него. Ну, это то, что всегда открывало ему невероятные просторы для деятельности и возможностей. Я считаю, что таких людей в мире очень мало. Вообще человеку, в принципе, да, природно чего-то бояться. А он не боится. То есть если он что-то чувствует, что он хочет, и он в этом уверен, и он об этом думает, и он это делает, он не боится. Хорошо. Ну вот раз он уже принял это решение ехать. Ты, кстати, его отговаривала поехать? Если честно, то нет, потому что я знала, насколько это важно, и я знала, что когда человек настолько сильно этого хочет, то моя роль — это поддержать. И я как человек, который тоже в политике, который имеет очень большую связь со своей страной, я считаю, что это очень высокая, благородная, ну, благородный поступок для своего народа вот такие вот вещи делать. И я поддерживала. Поддерживала. Приняли решение ехать, тем более ты поддерживала. Скажи, пожалуйста, почему решили, раз уже ехать, понимая всю цепочку, которая может произойти, и то, что могут посадить в тюрьму, почему решили ехать не публично, а раз уже ехать, то, не знаю, там, через аэропорты собрать здесь на отлете пресс-конференцию, собрать там по прилету пресс-конференцию, сделать вот в такой форме? С самого начала он планировал ехать на самолете и делать это публично и открыто. Интересно. Он сделал заявление, выставил билеты. Но такое количество было атак хакеров на систему, чтобы его билет аннулировать. Плюс поступала информация о том, что его не пустят на самолет, или самолет не полетит, или самолет посадят в каком-то другом месте. Он понимал, что ему, скорее всего, не дадут полететь на этом самолете.
Как он принимал решение дальше, я не могу до конца прокомментировать, потому что я в этот момент уже была в Страсбурге. Mm-hmm. Я была на парламентской ассамблее Совета Европы сессии, mm-hmm. и у нас уже не было такой безопасной связи, mm-hmm. по которой мы могли бы подобные mm-hmm. вещи обговаривать. Я знаю точно, что он всегда говорил, что он найдет способ вернуться в Грузию, когда mm-hmm. ему mm-hmm. нужно будет это. То есть он даже не смог купить билет в итоге на самолет? Там было огромное... То есть нет, билет был куплен, но он был аннулирован, потому что... Даже так? То есть да, куплен? Да, а да. кто аннулировал? Авиакомпания? Или что это ну, было? Есть система бронирования, туда были направлены атаки, ну... У нас нет информации, откуда эти атаки поступали и, в принципе, какая сейчас уже разница. Но было сделано все, чтобы у него не было этого билета и чтобы система бронирования не пропустила mm-hmm. это. Если бы, предположим, это все-таки дальше продолжалось, я думаю, что его, скорее всего, не посадили на самолет, и он не хотел жертвовать, ну, и ставить под... какую-то небезопасность, конечно же, и других людей, которые могли лететь этим же самолетом и из-за него могли бы попасть в какие-то не очень комфортные ситуации. Он готов всегда был идти на риски, которые связаны с ним, но подставлять других людей, он, это не про него. Я сейчас хочу немножко поговорить о нем как о человеке в том числе. Вот скажи, пожалуйста, когда и как вы с ним познакомились? Ты же это наверняка помнишь, вашу первую встречу. У нас есть несколько этапов знакомства и общения, я бы сказала. Конечно же, когда он тут был в Украине еще в порошенковские времена, мы были с ним знакомы. Я общалась с его командой, но конкретно с ним мы пару раз пересекались, но это не было каким-то таким, я бы сказала, системным общением. Пересеклись мы уже серьезно, когда, если я не ошибаюсь, это был апрель, да, 2020 года, когда его назначали нас вице-премьером. Угу. И он пришел на нашу фракцию. И отвечал, я помню это время, да, да. Отвечал на разные вопросы. И тогда очень много депутатов с ним общались. И очень много кто был с ним на связи, советовались. Постоянно было вот это вот общение среди этих людей. Была я. И мы очень быстро, очень начали интенсивно политически общаться, обсуждать разные вещи. Мы очень быстро поняли, что наши взгляды, ну, очень сходятся на большинство политических тем. У нас завязалась очень сильная связь, которая дальше уже продолжалась. А вот скажи, первое впечатление, какое он на тебя произвел? Что ты о нем подумала? Ну, первое впечатление вот этого вот новой страницы общения, я бы сказала, я помню, как я шла на фракцию, потому что мне было очень интересно посмотреть, как он изменился или не изменился uh-huh. вот с тех времен его депортации uh-huh. отсюда. И, ну, я всегда... У меня просто был с ним очень такой интересный момент, который мы уже потом... вспоминали. Я когда училась в Оксфорде и была в школе государственного управления и была также президентом украинского общества в Оксфорде, я лично вместе с нашим сообществом его приглашала выступить в школе государственного управления. Это был 17-й год. Угу. Он согласился, но не смог приехать, потому что тогда началась история как раз с Порошенко. Его... конкретно уже начали ну, не допускать каким-то процессам, его начали уже репрессировать, и вот тогда эта встреча не произошла вот так вот. Но я всегда о нем говорила, даже когда вот тогда вот в Оксфорде училась, для своих одноклассников, которые с разных стран, что это невероятный человек, который может...
невероятные вещи в политике. Реформатор. Это было всегда всем очень интересно, и мы очень сильно ждали этой встречи. У меня больше 80 национальностей было в той программе, которая училась в школе государственного управления. Mm-hmm. Вот. Ну, этого не произошло. Но уже спустя года мне показалось первое, что меня поразило, что он спокойный. Неспокойный. Да, наверное, это не то слово, которое первое придет в голову, когда ты будешь давать характеристику Михаилу Саакашвили, но мне показалось, что он спокойный и он в гармонии. Меня это очень сильно поразило, потому что мне всегда казалось, что это человек, который будет пробивать любые двери, mm-hmm. открывать. Нет, а он был спокойным, он спокойно рассуждал, то есть не было никаких конфликтов, не было темперамента вот такого. Вот он был спокойный. Вот в обычной жизни, да, он спокойный? Да, он спокойный. А какие у него главные качества? Я считаю, что он очень добрый. И это его проблема. Я считаю, доверяет людям, он доверяет всех людям, любит. Он людям всегда дает второй, третий, четвертый шанс. Он импульсивный, но он всегда все равно вот думает о людях лучше. Угу. То есть да, мы знаем, когда он борется за справедливость, он может четко называть разных людей там, коррупционерами, uh-huh. И другими словами, он знает, о чем он говорит. Но, в общем, он всегда принимает огромное количество людей вокруг себя и дома, где бы он ни был. Это всегда очень много теплоты, доброты. Он готов раздавать советы, он всегда готов со всеми встречаться. Я знаю, что очень многие коллеги в парламенте Украины там, могли написать ему сообщение, что они хотят просто посоветоваться почему-то, и он обязательно бы с ними встретился. Ну, очень много отдает человек людям. Очень много. Скажи, это твоя первая большая любовь? Ну, такого, такой глубины, конечно, такой истории, конечно же. Я человек, у которой очень много разных страниц в жизни было, но такая уникальная страница, когда она только начиналась, но мы оба понимали, что мы очень похожи, что мы очень сильно имеем такую, ну, на разных уровнях связь интеллектуальную, эмоциональную, духовную. Mm-hmm. Это большой подарок, который нужно ценить. А вот как он признавался тебе в любви? Вот как вообще он ухаживал? Как это вот он, ты говоришь, спокойный, а мне кажется, он такой эмоциональный, такой, наоборот, темпераментный человек. Вот как это было? Ну, я бы хотела, чтобы на данный момент это осталось между нами. Это было очень эмоционально. Это было так, что я понимала, что дороги обратно нету. Потому что, ну, я же говорю, что мы очень быстро поняли, насколько вот судьба что-то сделала с нами. И у нас далеко не сразу начались отношения. Мы очень долго общались. То есть вы приглядывались, вы встречались в каких-то деловых историях? Ну, на тот момент я еще находилась в других отношениях. И у нас всегда все было очень честно и с уважением друг к другу, между мной и Мишей. И на все нужно было время. То есть он тебя отбил, по сути, у твоего молодого человека на тот период? Я думаю, что нужно сказать, что мои предыдущие отношения просто уже закончились, и после этого я сделала шаг, чтобы быть честной с собой и уже, чтобы мы были вместе.
Но инициатива была от него всегда или от тебя? Потому что по-разному бывает. Бывает, женщина, наоборот, дает возможность мужчине, показывает, что она готова, и это окей. Бывает, мужчина пытается вот всю эту историю закрутить. В нашем случае очень тяжело говорить о том, что ну, каких-то, не знаю, таких стандартных схемах, как это происходит. Мы, как я сказала, мы очень быстро, ну вот если говорить про людей, которые soulmates, но мы на всех уровнях очень сильно, ну, нам очень интересно политически вместе, там, как друзья, у нас очень много чувств друг к другу, совершенно разных, мы очень друг другу интересны. Интересны вот во всех смыслах. Нам интересно говорить о истории, о жизни, о людях, о местах. У нас нету ни одной, наверное, темы, где мы не понимаем друг друга. Ну вот что интересно, ты об этом говоришь, что вы на одной волне из полуслова. Это очень важно для реально глубоких, длительных, серьезных отношений. Но ведь разница в возрасте. Сколько у вас? На 24, 20... 23, 23? Наверное. Старше, Михаил. Я иногда даже до конца не могу посчитать. Ты чувствуешь 22-23. Эту разницу или нет? И не смущала ли тебя эта разница? Ну, вначале, честно скажу, что меня очень много... Из-за того, что это очень быстро начало развиваться наше общение, я переживала. Потому что, ну, я еще его не знала, в принципе. Это человек, который имеет очень, ну, многое, и очень много о нем говорят. А вот какой он в жизни, откуда ты это знаешь до конца? Я переживала, конечно, за разные моменты, в том числе и разница в возрасте, но это длилось... мало времени, потому что в какой-то момент я поняла, а вообще какая разница. Я не из тех людей, которые живут по правилам, которые написаны в каких-то книжках. Я очень открыта к жизни, и я принимаю то, что жизнь дает. То есть в ум с головой ты нырнула? Ну, этот процесс, в котором мы уже были, тут... Если быть собой по-настоящему, если принимать то, что тебе жизнь приносит, по-другому не может быть. И если ты хочешь быть честен с собой и счастливым человеком. Я знаю очень многих людей, которые из-за своих каких-то взглядов не допускают счастья 100%. Внутрь в своей жизни. Это не про меня. Я очень люблю жизнь, и я принимаю то, что жизнь дает, с ее подарками, в том числе со сложностями, в которых я сейчас нахожусь. Кто кому первый сказал, что он любит? Я думаю, что оставим это за кадром. Скажи, пожалуйста, а вот если говорить, что кто кому дал в этих отношениях, вот что он тебе дал и что ты ему дала? Ну, поддержку. Я думаю, что мы вдвоем чувствуем себя очень сильными. Сильными во всех смыслах. Из-за того, что очень мало у кого есть ну, вот такая вот, такие вот отношения, которые настоящие, которые не вписываются в какие-то рамки, но они настоящие, они искренние. Мы как люди, у которых очень много чувств, мы это очень ценим. Конечно же, это любовь. Любовь — это очень важно. Ну, любовь совершенно разная может быть. Но любовь, которая тебе дает возможность развиваться и быть собой. И она тебя поддерживает. Потому что есть люди, да, там партнеры разные, в парах бывает, что кто-то там не хочет, что кто-то работал на какой-то работе. Он всегда меня поддерживает во всем, вот, что я хочу, а я поддерживаю его даже в его решениях, которые имеют очень много рисков. Сумасшедших решениях. 100%.
А вот какие-то его советы, вот чему он тебя научил? Вот давай так я спрошу. Есть что-то такое? Ну, я думаю, что первое, что мне приходит в голову, это не бояться. Хотя я считаю себя достаточно смелым человеком. Но, конечно, жизненный путь и жизненного опыта у меня меньше, чем у него, из-за разницы в возрасте, это понятно. Когда ты видишь, что у человека столько страниц биографии есть, совершенно разных, очень сложных, очень травматичных, а он все равно счастлив, угу. А он все равно борется, он все равно очень молод, он все равно верит, он все равно хочет дарить людям добро, изменения. Он очень много всего хочет. Я знаю, что мой папа, например, когда-то я ему сказал: «Боже, у вас такая жизнь сложная, почему вы вообще улыбаетесь?» Да. У меня папа музыкант, он лирический человек. Ты на «вы» человек. Папу называешь? Не-не-не, это он, папа к нему на «вы» обращается. Твой папа, ты имеешь в виду к Мише, да? Да-да-да. А, ну то есть родители ваши, родители с Мишей знакомы, да, твои? Да, конечно, конечно. Кстати, как они отреагировали, когда ты сказала: «Ну вот, мой муж будущий», и вот какая реакция? Ну, они же-то его знали. Были, до этого. Были разные реакции, я не буду скрывать, что в том числе был определенный испуг. Да? Они тебя отговаривали? Я не из тех людей, которые... Это будет, может быть, звучать так непросто, но я в своей жизни принимаю решения сама. Я могу советоваться, я могу слушать, но я знала, что если я уже иду на это, если я уже там, то это я, это настоящая я. И мне в жизни приходилось много раз в своей жизни отстаивать свой выбор. Ну, в том числе и в этой ситуации мои родители, конечно же, там у них были определенные опасения, но... Через какое-то время, конечно, это полная поддержка, и они очень сильно уважают его и считают, что, конечно же, это невероятный человек. Угу. Конечно же, жизнь с таким человеком – это не та жизнь, которая будет спокойной и беспроблемной, но они прекрасно знают, что я не тот человек, который такое когда-либо искала. Лиза, а вот скажи, папа, а твой папа, вот чисто по-отцовски, ну, учитывая твой выбор, нестандартный, он на первой встрече или на второй, говорил ли он Михаилу что-то из серии: «У меня к вам только одна просьба, не обидьте ее». То есть вот что-то такое было вот с его стороны к Мише? Нет, такого не было, потому что у них сразу возникла дружба. Они примерно одного возраста, я так понимаю. Нет, папа у меня старше. Старше? Да, на 10 лет его будет старше. Ну, так слушай, тогда вообще все зять в этом смысле достаточно классический. Ну, я не думаю, что прям классический, но... Сейчас они переживают? Они очень переживают. Они даже хотели ехать в Грузию. Ну, вопрос, как поддержать? Ну, тут... Да. Тут тяжело сейчас многое сделать. Очень многое зависит от грузинского народа сейчас, от его физического состояния, морального очень многое зависит. Скажи, пожалуйста, вот ты сказала о том, что когда вы начали встречаться, перед этим ты как раз закончила твои отношения. У Михаила были до этого его отношения, его брак с Сандрой. А когда вы познакомились, он уже был разведен или он развелся потом? И не смущало ли тебя, если она еще была женой, то, что вот есть жена? Мы уже начинали отношения, когда они не были мужем и женой. То есть они уже развелись? Это их история, которую... У них есть было право, возможно, это не афишировать, так как они являются публичными людьми. Мы начинали уже отношения, когда и он, и я, мы были свободными людьми. Угу. Скажи, пожалуйста, вот тем более тогда, я смотрела видео Михаила, где он говорит, что вы уже много месяцев живете семьей, то есть как, фактически как муж и жена. А почему вы опубличили
ваши отношения. Только тогда, когда вот он уехал, его посадили в тюрьму, и возникла эта кризисная ситуация. Почему раньше вы этого не сделали? Ну, я признаю честно, что вначале, когда мы об этом говорили, мне казалось, что нам нужно сохранить приватность, что мы оба являемся публичными людьми, и ну, еще на тот момент мне казалось, что это настолько важно сохранить то, что мы имеем, не вмешивая там третье публичное мнение. Угу. Мне хотелось это очень сохранить. Дальше уже, когда, в принципе, я уже была на это готова, то была ситуация, где мы понимали оба, что ему нужно ехать в Грузию. И люди не верят некоторые, что он приедет. И нам не хотелось давать повод, если бы мы сделали публичное заявление до этого, думать о том, что у него тут семья, у него тут все, там, прекрасный дом, собака, работа. Он тут очень уважаемый человек, его очень любят люди, у него невероятная узнаваемость. Мы решили, что мы сохраним это. До времен, когда это будет необходимо, тоже, чтобы сохранить вот эту вот приватность. Но у нас была договоренность, что если с ним что-то происходит, конечно же, нужно сказать правду, потому что, ну, правда, она очень важна. Скажи, пожалуйста, вот сейчас задним умом, мы все умные, тем не менее, вот если сейчас анализировать и рассматривать эту ситуацию, как ты считаешь, правильным было это решение? Или все-таки надо было раньше выйти в спокойном режиме, все рассказать? Ну, конечно, мы бы предпочли, чтобы обстоятельства были другими, и вообще подобное заявление было сделано в какие-то счастливые, хорошие времена. Но ни его жизнь, ни моя жизнь не является простой в этом. И выпало так, что это было сделано тогда, когда мы договаривались, в случае, если с ним что-то происходит, я должна сказать правду. И мы это видео записали за время, то есть еще до того, как я уезжала в Страсбург. Это видео могло бы быть, в принципе, и не опубликовано, если с ним ничего бы не произошло. Но с ним, к сожалению, произошло, он был арестован. И я... Как я могу по-другому поступить? Во-первых, у нас была такая договоренность. Ну, конечно. Во-вторых, я человек, который очень сильно его любит, как человека, как мужчину, как политика, как большого деятеля. Конечно, я буду его защищать. Конечно же, мой голос, моей поддержки, я его не буду глушить. Потому что, ну, когда вы вместе, по-другому нельзя. Я знаю, что он бы за меня очень многое что бы сделал. Но с моей стороны то же самое. А вот объясни мне, абсолютно красивая история, то есть когда вы начали ваши отношения, он был свободным человеком, ты была свободным человеком, почему, когда стало известно о том, что вы вместе, я видела вот даже под твоим постом такое количество хейта, причем в первую очередь от женщин, даже там были известные женщины-политики, как это вообще может быть, вот от чего это происходит? То есть ситуация очень прозрачная. Что это? Ну, это грустно. Наверное, у людей есть свои личные проблемы, которые они показывают, если видят какую-то не очень стандартную ситуацию. Они хотят кого-то осудить, морализировать. Конечно, это грустно. Конечно, это... Но тебя это задевает? Как ты к этому относишься? Меня это очень расстраивает, что действительно для людей в этой ситуации есть часть людей, которая
среагировала на тот факт, что мы вместе, гораздо громче, чем на факт, что его арестовали и что его жизнь вообще находится в небезопасности сейчас. Я считаю, что это не может быть так. И он гражданин Украины, если мы говорим, например, если эти комментарии звучали от украинцев, мы должны защищать гражданина Украины. С грузинской стороны там немножечко по-другому, потому что там просто люди любят поговорить о личной жизни, им это интересно, и вот они это обговаривали. Там прям такого... Ну, реакции немножечко были разные. Но сейчас это совершенно не важно, потому что сейчас важно, чтобы он вышел с тюрьмы. И я, например, не очень хочу говорить о личном много, потому что я понимаю, что это совершенно сейчас не главное. Но как близкий его человек, надо расставить. Я буду его поддерживать. Скажи, пожалуйста, вот его бывшая жена Сандра, она... его поддержала, сделала очень красивое заявление, но потом она еще сказала о том, что она, та ситуация, что вы вместе, для нее неожиданность. Я не помню точно формулировку. Ты знакома с Сандрой? Лично с ней я не знакома, но я знакома со старшим сыном. Я знакома с мамой Михаила, с семьей, с дядей Михаила. Мы не один раз виделись, и это не являлось секретом. Сандра очень, ее очень сильно уважают в Грузии. Это человек, который очень много сделал для Грузии. И я считаю, что она, конечно же, его политически поддерживает. Я считаю, что это очень благородно. Очень хорошо, когда отношения со своими бывшими, вот они такие, что тебя поддерживают. Вот не все могут этим похвастаться. То есть она четко заявила о том, что она верит, что политическая борьба закончится победой Миши. Я очень этому рада. Ты сказала о старшем сыне. Он немножко младше тебя. То есть, в принципе, вы вообще должны быть на одной волне и даже с точки зрения возраста друг друга понимать. Вы что-то сейчас обсуждаете вот, с детьми, с мамой? Мама в Грузии, насколько я знаю, она там. Вот какое у нее состояние? Как она это переживает? С мамой его мы на связи. Мы виделись, когда я была сейчас в Грузии. Конечно же, она очень сильно переживает. Но это очень женщина, очень интеллигентная, которая возглавляет университет. У нее очень хорошая репутация в Грузии. Ее очень сильно любят люди. Она сейчас ездит по Грузии, общается с людьми. Она выступала не один раз даже на митингах. Ну, конечно, я переживаю за ее состояние и здоровье, потому что пережить, ну, когда такое происходит с твоим сыном, с близким человеком, это очень тяжело. Но как когда мы с ней разговаривали и спрашивали друг у друга, как мы себя чувствуем, то мы пришли к выводу, что это не столь важно, как мы себя сейчас чувствуем. Важно это Миша. Вот ты говорила о том, что вы много разговариваете, когда ты приходишь сейчас к нему туда, в тюрьму. Скажи, пожалуйста, вот ты ему рассказываешь, кто его поддержал. Но ведь очень многие друзья... которые занимают большие должности, которые известны в мире, насколько я знаю, они молчат, и они как раз не поддержали. Вот чей бы голос он хотел услышать, а эти люди пока молчат? Я думаю, что главный голос, который он хотел услышать, он уже услышал. Это голос грузинского народа. Для него очень важна также позиция нашего президента Владимира Зеленского, который очень быстро сделал заявление и сказал, что мы это так не оставим, что он гражданин Украины, и мы будем его защищать. Для него это очень важно, потому что он, Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство после того, как Порошенко аннулировал незаконно. И он очень сильно ценит государственную позицию нашего президента.
Раз уже заговорили о Владимире Зеленском, скажи, пожалуйста, до отъезда он говорил с Владимиром Александровичем о своих планах? Так как я сказала, что я уезжала, я не могу точно сказать про все его встречи. Могу точно подтвердить, что это не было секретом. Просто не все верили, что он поедет туда. Причем я знаю эту информацию вот со всех сторон, как и с грузинской стороны, с украинской, с международной. Человека, который так сильно любит и хочет быть в своей стране, его остановить нельзя. Они, вот их отношения, в принципе, вот в последнее время, как бы ты могла охарактеризовать вот у Владимира Зеленского и Михаила Саакашвили? Я думаю, что это взаимная поддержка. Михаил возглавляет, по сути, да, консультативный орган, это Национальная рада реформ Украины. Владимир Зеленский не раз утверждал планы реформ на тех заседаниях, которые были. По сути дела, орган Офиса простых решений и Рады реформ – это возможность для нашего правительства иногда сверять, а где мы, есть ли у нас реформы или нет. Конечно, это может кому-то не нравиться. Конечно же, мы понимаем, что не все идеальны, не все заинтересованы в прогрессе. А Михаил – человек, который очень хочет большую скорость изменений. Это не все на это готовы. Лиза, но, тем не менее, сколько реформ, сколько законов мы приняли даже в нашем парламенте, которые написаны лично командой Михаила. Скажи, пожалуйста, у тебя сейчас есть контакт с Владимиром Зеленским? Учитывая эту ситуацию экстраординарную. Мы находимся на связи и с Офисом Президента, и с Министерством иностранных дел регулярно. Тебе достаточно той поддержки, которую оказывает украинская власть сегодня? Ну, моя поездка, например, в Грузию проходит при поддержке нашего министерства в содействии с грузинской властью. То есть это... Я официально же подаю заявку для того, чтобы посетить его консульство, посольство, как меня как украинки, защищает, представляет и реализовывает. Но я на данный момент, то, что я вижу, это очень хорошую сплоченную работу. Честно говоря, я даже удивлена. Честно признаюсь, потому что мы знаем, что в украинских дипломатических организациях по-разному бывает. Но сейчас я чувствую полную поддержку. Скажи, пожалуйста, вот у тебя успешная карьера. В твоем молодом возрасте ты сделала реально очень успешную карьеру политическую. Причем построила ее еще до того, как ты познакомилась с Михаилом Саакашвили. Самостоятельно совершенно. У тебя блестящее образование. А ты находишься в «Слуге народа». Ты была главой делегации украинской в ПАСЕ. Скажи, пожалуйста, а как ты познакомилась с Владимиром Зеленским? После того, как... Я тогда чуть-чуть экскурс сделаю в свой профессиональный опыт. Я после революции Евромайдана я работала в администрации президента, занималась коммуникациями, в украинском кризисном медиа-центре, занималась разными проектами, связанными с культурной дипломатией Украины. То есть ты работала с Петром Порошенко администрацией? Ну, мы были независимыми, но да, это было во время президента Порошенко. После этого через 3 года я поехала учиться в Оксфорд еще, потому что мне казалось, что так много всего я хочу узнать, как изменять в этой стране, чтобы делать большие изменения. Мне нужны лучшие практики. И после этой годичной программы, это уже не первое мое образование, я вернулась сюда. И то, что я хотела создавать политическую партию. Я хотела создавать новый политический проект.
заниматься культурными проектами, образовательными. Параллельно так сложилось, что я начала снимать документальные фильмы с британской компанией. Мы сняли несколько фильмов для Аль-Джазиры, для немецкого и французского телевидения на очень интересные темы. Одна из них — Крым, крымские татары, а другая — история КГБ и работа в архивах по диссидентам. И, кстати, сейчас мне очень многие наши диссиденты позвонили, угу, и давали даже советы, угу, как лучше голодовать в тюрьме. Да. Вот. И я потом Миша рассказала об этом. Он говорит: откуда ты знаешь? Я говорю: так я ж снимала фильмы, я знакома с этими людьми. То есть, да. И когда как раз вот я создавала политический проект, мы собирали молодежь активную, чисто случайно мои друзья с Англии, которые связаны с журналистикой и с фильмами, сказали, что приезжает группа журналистов, которая очень сильно хочет снять сюжет о Зеленском, можешь помочь. Это была весна 2019 года. На тот момент, честно скажу, я не осознавала, что Зеленский станет президентом на 100%. Я согласилась помочь, у меня была возможность, время, мы договорились об интервью. И тогда Владимир Зеленский снимал сериал «Слуга народа», один из последних, угу, его монологов. И мы также ходили с людьми, общались, записывали. И я поняла, что большинство людей на улицах... Угу. Все говорят, что Зеленский станет президентом. Угу. Я была просто поражена этим. Я познакомилась с командой Владимира Александровича тогда. Меня очень сильно поразило, что они не были похожи на тех, кого я видела в администрации президента Порошенко. Я работала с несколькими министрами. То есть это совершенно и другой тип людей. Это открытые люди. Это люди, которые много чувствуют и понимают. У меня был опыт, так как у меня есть образование, я работала в этой сфере. Мне очень сильно хотелось помочь. Это вот первое было мое желание. Я хочу помогать. Мы начали общаться с командой. И вот получилось так, что меня пригласили. То есть там был ряд встреч с командой. Мы работали над инициативами. И уже когда был съезд «Слуги народа», где оглашали список, я честно вот говорю о том, что я не знала, какой вообще до конца в списке у меня номер есть. Ты не одна такая. Я вот недавно с Жаном Беленюком делали интервью, он мне точно так же рассказал, что ему тогда Владимир Александрович просто позвонил перед этим, говорит, что приходи на съезд. Он говорит: ну окей. Он пришел на съезд, и он ровно там узнал, что он в списке еще и какой-то там один из первых номеров. У меня аналогичная история. Я узнала о том, что мне нужно... Ты 15-я была? У меня 15-й номер в списке. Я узнала за 5 минут до выхода на сцену. Прекрасно, заранее. И я узнала еще из-за того, что я ходила и спрашивала, а что нужно делать? Может, куда-то выходить, что-то говорить? Потому что мне сказали: ну, ты в первой двадцатке. И буду сейчас вызывать. Но это вот потому, что я спрашивала. А кто тебе предложение, кто-то делал это? То есть тебе сказал об этом сам Зеленский или нет? Вот ты, кто тебя озвучил это? То, что ты в списке. Прям вот мне озвучивать, что кто-то в списке, мне никто этого не озвучивал. Общение шло с несколькими людьми, и с группой «Квартала», и с... тогда Дмитрием Разумковым, и с Александром Корниенко, и там с другими людьми, которые работали внутри команды. И вот прихожу я туда и объявляют. Скажи, пожалуйста, ты ведь возглавляла делегацию в ПАСЭ, украинскую. И в начале этого года вдруг тебя снимают с руководства этой делегации. Что произошло? Вот я до конца не понимаю. То есть это чья-то интрига была? Вот что это? Ну, однозначно, это чья-то интрига. Однозначно были люди, которые не заинтересованы были, чтобы я занимала эту должность. Но мы это уже пережили. А чья это была интрига? Сейчас уже сказать можно? Разных групп интересов.
по разным причинам. Прошло время, у меня нет, честно говоря, желания копаться в январе, потому что я знаю, что там было очень серьезное давление со стороны людей, которые занимают более пророссийскую позицию. Внутри партии ты имеешь в виду? Нет, внутри парламента. Были какие-то личные, кто-то кого-то любит, кого-то кого-то нет. Я считаю, что это не очень профессионально вообще делить на кто кого любит, кто кого нет. Но так произошло, жизнь продолжается. Хорошо, а кто тебе сказал, что все, тебя снимают? Вот кто сообщил тебе эту новость? Это не так происходило. Было несколько людей, которые очень сильно хотели, чтобы подобный вопрос решился вместе с Дмитрием Разумковым. Пакетом проголосовать? Ну, так же не голосуется. Чтобы собраться на встречу, проговорить. У нас была такая встреча, где Дмитрий Александрович присутствовал. Дальше была еще одна встреча уже всей делегации. То есть ты имеешь в виду, что еще с января хотели снять его, но тогда не получилось, а сняли только тебя? Не-не-не-не-не. Я не говорю, что хотели снимать Разумкова тогда. Я говорю, что он был, в принципе, частью этого процесса, когда снимали меня. А, то есть он хотел, чтобы тебя сняли с главы делегации, ты это имеешь в виду? Не, я такого не говорила. Тогда объясни, что ты говоришь, потому что я же, знаешь, как и зрители, то есть до конца непонятно, что ты имеешь в виду, когда говоришь о роли Дмитрия Разумкова в процессе того, что тебя сняли. Ну, он занял тогда позицию, где поддержал решение членов делегации, которые от «Слуги народа» на тот момент, а потом уже по всем, когда, в принципе, у него была возможность как-то и по-другому. Чтобы тебя сняли, ты имеешь в виду, да? Хорошо, а сейчас, вот когда уже его сняли, какие у вас отношения? Ты, кстати, голосовал за его отставку? Да, я голосовал за его отставку. У меня... я его уважаю как человека, который образованный, умеет... я считаю, что он политически умеет организовывать политический процесс в парламенте, но идеологически мы с ним очень сильно разные. И я знаю, что есть ряд претензий к нему, которые разные люди могут ему предъявлять. И к сожалению, я могу сказать, что он не всегда поддерживал инициативы разные, он не всегда выставлял законы на голосование, которые нужно было выставлять на голосование. И поэтому я считаю, что это не помогает эффективному парламентскому процессу. И решение большинства было принято, я его поддержала. Ты считаешь, что Руслан Стефанчук будет лучшим главой Верховной Рады? Это время покажет. Он только начал. У меня... Я только хорошее могу сказать о Руслане Стефанчуке, но для того, чтобы ему проявиться в качестве хорошего спикера, ему нужно время. Конечно же, это сложно. Конечно, это сложно, когда у тебя несколько политических фракций, совершенно разных, и нужно... постоянно быть между всеми, при этом помогать повестке дня, чтобы она голосовалась, это очень сложно. Но я, честно говоря, не завидую. Мне кажется, вообще позиция спикера парламента – это очень тяжелая позиция. Ну, ты бы могла быть спикером парламента? Я могу сказать, что я считаю, что я бы могла быть эффективна в исполнительной власти, в роли в парламенте. Министра. В качестве спикера парламента у меня никогда таких желаний не было. То есть, но в роли министра ты бы могла себя чувствовать органично. Министра в какой сфере? Иностранных дел? Да, это могло быть иностранных дел, в гуманитарной сфере, в культуре. Культуры. Потому что, когда у тебя есть зона ответственности и конкретные ресурсы, для, там, у тебя есть министерство,
Это возможно. Я, например, очень сильно темой безопасности в последнее время занимаюсь и темой реинтеграции наших территорий. Я понимаю, это очень тяжелая тема, но она очень сильно важна для Украины, потому что мы должны думать, что будет с людьми, которые живут на той территории, которые сюда приезжают, какие у них есть социальные или не социальные возможности, экономические возможности. Нам нужно думать про безопасность человека. Вот, например, там в мире есть такое понятие, как human security. А у нас вот в Украине мы, когда говорим о безопасности, мы говорим, как правило, только о военной безопасности, что там мы выставим армию. Угу. А для того, чтобы Украина была защищенной по-настоящему, нам нужно говорить о безопасности человека. Лиза, вот когда журналисты разбирают вашу фракцию на группы влияния, то тебя относят к группе влияния Николая Тищенко. Ну, у вас дружеские отношения. Как интересно. Вот такое часто говорят. Я такое не часто слышу. Ну, видишь, значит, я тебе новости рассказываю. У вас, вы с ним дружите реально, да? Наша фракция поделена на 15 групп. Подгрупп, в которой каждый из них есть руководитель. Действительно, моим руководителем является Николай Тищенко. А что делает ваша подгруппа? На самом деле это вопрос, там, если мы собираемся обсуждать какие-то законопроекты. Так. У нас фракция собирается... Это очень много людей, а если нужно более какие-то узкие решения или обсуждения. Это было с самого начала решено, что менеджмент будет происходить вот этими вот подгруппами. А, ну то есть это не тематическая подгруппа, а просто вот системно распределение. Причем просто людей, которые отвечают людей, за что-то. Это людей чисто распределяли партийная вначале как бы, да? Просто вытягивали фамилию. То есть идея была, чтобы не создать внутри фракции, вот прям совсем, там, кланы каких-то политических интересов, чтобы всех перемешать, и чтобы люди были совершенно разные в каждой группе. То есть это случайно ты туда попала? Случайно. Окей. Ну, а сейчас вы дружите с ним? Или, ну, вот... Мы в нормальных отношениях. Окей. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот у тебя очень интересная семья. Одни дедушки твои только чего стоят. Прадедушки. Вот расскажи, пожалуйста, о них. Вот если коротко, ну вот самое интересное такое. Ну, один прадед у меня был главой Союза композиторов Украины, ректором консерватории. Другой прадед профессором на философском факультете по украинской философии. Дедушка... по другой линии у меня возглавлял Укрконцерт, Дворец культуры Украина, Жовтневий, занимался культурой. Папа у меня музыкант, мама балерина. Прекрасно. Слушай, ну при такой семье, конечно, вдруг ты политик, это нарушение семейных традиций, с одной стороны. А с другой стороны, я тебе хочу сказать, что у тебя-то прекрасный голос, и ты много выступаешь, ты много поешь, у тебя много культурных проектов, которые ты делала. Наверное, еще будешь делать в планах. А ты что-то споешь акапельно? Думаю, сейчас не время для песни. Точно не хочется сейчас. Скажи, пожалуйста, вот ты сегодня много говорила о любви. Вот слово «любовь» звучало. У любви обычно бывает и продолжение. Скажи, вот как ты бы хотела? Ты бы хотела детей от Михаила Саакашвили? В какую сторону мы пошли? Давайте сконцентрируемся на все-таки на политическом сейчас. Потому что если вопрос освобождения Михаила не будет решен, то я не думаю, что стоит вообще говорить про какое-либо личное будущее сейчас. Потому что сейчас очень сильно связано все с этой борьбой. Ну, а ты понимаешь, что твоя любовь его очень сильно держит сейчас? Вот то, что ты борешься, то, что ты ему говоришь, то, что ты делаешь. Ты это чувствуешь?
Да, я это чувствую. И я чувствую, что даже когда я к нему прихожу, и мне тяжело, я его поддерживаю, и он меня поддерживает. И мы с ним договорились, что мы будем вдвоем держаться. Даже в таком состоянии. Ну, потому что если мне будет плохо сейчас, то это тоже будет на него сильно влиять. Потому что, конечно же, он не хочет, чтобы кто-то из-за него страдал. Его близкие. Может быть такое, что он в тюрьме может провести годы? Я в это не верю. Потому что мне кажется, что такого уровня человек и такое невероятное чувство, которое есть к нему у грузинского народа, ну, это не может продолжаться долго. Может занимать недели, несколько месяцев. Но про года я не верю в это. Спасибо тебе за интервью. Спасибо. Это было по-честному. А как по-другому?